Юрьевич, ваше мнение по матчу, вы довольны? Ну, учитывая то, что мы проигрывали, естественно, мы довольны тем, что сегодня смогли взять очко. Игра в какой-то степени не получалась, много сегодня игроков выпало из созидательной такой игры, много брака непонятного было. Поэтому у нас и начали мы неплохо, вторая половина первого тайма осталась за гостями, потому что мы не могли здесь зацепиться за мяч впереди, отдали инициативу, и здесь очень тревожно было у наших ворот. Но во втором тайме уже получше стали играть, предупреждали, говорили, что опасные стандартные положения, и гол нам пришел со стандартного положения, мы следили за игроком соперника. Но, к счастью, не опустили руки, боролись до конца, и в концовке были вознаграждены. Коллеги, вопросы? Значит, первым, вот, все, что записал, ни одного удара, значит, по воротам. Как можно? Ударил вот Егор. Ну, нету удара. Что сегодня случилось? Ну, не только сегодня. Это системные ошибки. В первую очередь, это только группа атаки. У нас в основном молодые ребята, малоопытные, поэтому... Даже при этом мы можем созидать, но нету последнего паса и нету ударов, как вы говорите, по воротам. Хазрет, ну Белоян вообще встал и не Если бы один Гилоян, ну я говорю, что сегодня ряд футболистов просто выпадало. Поэтому созидающей игры было мало с нашей стороны. Возможно, еще это московский триумф переживает. Вполне возможно. Как там играли, как здесь. Еще вопросы? Как вы оцениваете эпизод с забитым мячом на последних минутах? Как бы считает главный тренер гостей, что все-таки там было нарушение? Ну, по нарушению я ничего не могу сказать, потому что там уже была длинная передача, но в завершающей стадии, вот именно в этом моменте мы сыграли так, как должны были сыграть. Именно здесь, хотя и концовка была, не потеряли концентрацию, была хорошая передача и хороший зрячий удар. То есть то, что должно быть всегда.